Все из вас знают Шауля, правильно? Шауль Скандов здесь? Шауль, ты здесь? Потом подходишь. Он не просто хороший человек и выходец из Азербайджана. Он также пишет красивые песни. Следующий музыкальный сувенир, это, я думаю, некоторые из вас знают, это песня, которую исполняла когда-то Флора Керимова. Но сегодня Шауль ее возродил по новой и написал текст на русском языке. Мы сегодня попробуем экспромтом первый раз исполнить этот музыкальный сувенир, поэтому, как получится, надеюсь, аплодировать будете. До будущего дня наши, мы с тобой дружество, на пироге поезда, к отправлению готов. Мы думали о том, окрылённые мечтой, что настанет свет её, унесёт тебя домой. Пусты не торопись, да на пять минут, может быть, в ударе дождь, вена напрянут. Пусты не торопись, может быть, последний раз ее обниму. Там без солнца, без тебя мне не будет дальше сидеть. Вот и ночи, значит, дождь не смолкая будет лететь. И зимний, что без тебя все похожи, как осень. Ваши аплодисменты специально для шоу. Я вас заслуга.